Сегодня в Татарстане стартует сокращение числа налоговых инспекций. С начала недели администрирование налогоплательщиков Рыбнослободского района перейдет к межрайонному отделению, расположенному в Богатых Сабах, а Черемшанского – в Альметьевск. С этого дня жители районов при предоставлении документов в налоговую должны будут указывать реквизиты новых получателей. Подробная информация на сайте службы по республике. При этом обслуживание продолжится в прежних офисах.